это был зуб, наверное, какого-то хищного животного. И понять, что это подвеска, можно вот по вот такой вот маленькой нарезочке, верхней части орудия. И за эту нарезку подвесочка, она привязывалась к одежде и служила украшением костюма древнего человека. Торфяниковые, то есть находки залегают под слоем торфа в сапропеле, они залегают ниже уровня воды, и потому сохраняются изделия из кости, изделия из дерева, тем она и цена. Как бы, да. Таких экспедиций не так много в нашей стране, то есть их можно сосчитать по пальцам. И вот на этом погостище 15 мы работаем с 11 года, оно неисчерпаемо, находок много каждый год. Это была эпоха мезолита, то есть среднекаменного века, когда люди еще не знали ни металла, и не знали они керамики, у них не было и посуды. Да, то есть это эпоха первоначального освоения нашего русского севера. Люди, которые там жили, они много всего умели делать своими руками, охотились. Этим орудиям 10 тысяч лет, и когда мы их находим, извлекаем из культурного слоя, они начинают дышать. А им было очень хорошо в слое, и дышать им получается, что нельзя кислородом, потому что они начнут расслаиваться, портиться, и от них ничего не останется. Поэтому в полевых условиях мы сразу убираем в пакетик с водой и уже в дальнейшем перекладываем в контейнеры. Я сейчас отбираю наиболее такие интересные находки для того, чтобы отправить их на реставрацию в Вологду. И заворачиваю их в обычный бинт барлевый и заливаю дистиллированной водой.